Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и в раннем доступе вышла игруха, очень похожая на GTA, под названием City of Outlaws. И сейчас вы можете видеть как раз таки графон, в данном случае нам предлагают выбрать персонажа. Конечно же есть корейцы, девушка вот такая симпатичная. Ну, графон, хочу сказать, как будто бы игруха закончена, а не альфа-бета-тест какой-то сейчас проходит. Я бы, наверное, взял первого, я думаю, персонажа. Давайте выберем его, конечно же можно еще моську немножко ему подровнять, боди тело сделать более качковым, или... А, плечи тут чуть-чуть поднимаются, да? Кожу, давайте я чуть-чуть пожелтее буду. Хайер, можно бейсболочку надеть, можно его, конечно же, сделать афроамериканцем, но... Не совсем афроамериканцем, это прям баскетболист какой-то. Но на самом деле мне больше всего понравилась как раз-таки первая прическа. Можно также поиздеваться с его личиком и сделать вообще не красавчика нифига. Вот губище я бы ему чуть-чуть уменьшил. Тут что-то они прям очень здоровые, как у великого Невского. Так, мы можем, конечно же, выбрать еще цвет глаз, бороду или усы. Прям, знаете, ребенок с бородой какой-то получается. Ну ладно, давайте оставим его таким. Так, здесь можно царапину на губу нанести. Здесь вон такие всякие шрамы. Давайте немного его, да, зашрамим чувака. А то что-то слишком он вылизанный какой-то получается у меня. Мейкап. Нет, это я не буду делать. Так, next step. Вот такой вот чувачело у меня получился. Пишите в комментариях, кто тоже с игрой уже ознакомился. Больше новостей по мобильному геймингу вы можете найти, естественно, в моем телеграм-канале, так что ссылочка в описании. Подписывайтесь, но соблюдайте правила общения для того, чтобы вас не забанили. Ну а я, пожалуй, начинаю игру City of Outlaws. Бодрый музончик, прям все, знаете, в стиле GTA. И играю я, напомню, на Oppo Find X6 Pro. Установлен здесь Snapdragon 8 Gen 2. Слушайте, неплохо, есть какой-то сюжет. Мне вот чем нравятся не сам игры, не ролл-плей, это то, что в них хотя бы какой-то сюжет. Подглючивает все, но опять же, это у нас ранний доступ, но вы посмотрите, это прям мать его GTA. Бро, давай, короче, кати сюда. Нам показывают окружение. Город реально выглядит как какой-то Лос-Сантос. О, смотрите, он с каким-то фэтбоем созванивается, который в стриптиз-баре. И немножечко нам тут показывают историю. То есть здесь будут ребятки, которые вместе с нами будут заниматься ограблениями и просто становлением себя в этом разнообразном городе. Прикольно, прикольно. Местами, да, чуть-чуть меньше глючит начинает игруха, а местами прям очень сильные просадки. Я вижу некоторые элементы все-таки невысокого качества. О, это Доминик Торетто, что ли? Забавно, забавно. А это Доминик Джокер. Здоров, мужик. Прикольно, все как-то темновато. Мы от первого лица, типа. Лицевой анимации никакой нету. Увы, к сожалению. Ну, сейчас мы покажем шоу-тайм. И, конечно же, погнали на ограбление. Так, давай. Ну, пока по управлению очень даже недурно. Слышь, чувак, у тебя тут синий экран смерти, если чё. Где? А, вот он. Чё? Чё надо делать? Ага, нажать куда-то. Прикольно. Нажали. Короче, все. Китайцы изобрели свою GTA. Так, это какой-то магазин украшений, сувениров. То есть ТП. Давай открываем. Бабос, а чё так мало-то положили? Коллект. А сумки нету. Ну хоть сумку бы чуваку нарисовали. Ну ладно, не буду докапываться, все-таки ранний доступ. Так, чё куда дальше? Тебе? Слушай, а где здесь выход? Вот этот вот, это шкаф.
А, нам надо, короче, вот. Все, здесь забрали. О, сумка появилась, зашибись. Так, теперь надо спускаться вниз. Отлично. Пока неплохо, да, есть размытые элементы, но... Фиг с ним. Давай, активируем. Сейчас откроем сейф. Прям как, знаете, в GTA 5, когда вы начинаете весь движняк как раз-таки с ограбления. Интересно, нас накажут или нет? Золотишечка. Быстрее, бро! Подожди, а вот этот сейф-то можно будет взломать как-то? Что-то странно у них тут. Не, смотрите, бабки-то вон лежат. Только они, походу, нарисованные или нет? Давай. Открываем сейф. Ага. Сейчас копы прилетят, и мы будем уже заниматься стрельбой. Посмотрим на то, как реализована механика эта. Так. Один завален. Второй завален. Есть гранатка. Но я гранаткой не хочу пока пользоваться. У меня бесконечное количество патронов. Не, гранату мы не будем сейчас использовать. Сдохни. Неплохо. Стрельба не так всрата, конечно, сделана. Я ожидал, что будет хуже. О, тачки, смотрите. Так, я... Автомат теперь взял, зашибись. Не-не-не, гранату я не хочу. А можно в тачку сесть? Смотрите, ламба имеется, подожди, я хочу посмотреть. Это у нас... Конечно же, здесь не указано реальное, что это Феррари, но это ламба. Так, что там у нас? Какой-то скилл. А. Используйте скилл гранаты, вот он меня задолбает, походу. Ну я сейчас использую, чувак, использую. Просто сейчас, ну, не то. Не та ситуация. Короче, сваливаем. У меня уже две сумки. А это кто такой? Смайли фейс, блин. Воу. Вот здесь гранатку мы сейчас используем. Вот. Так, гранату использовали. Оно, кстати, как это, как спецспособность, судя по всему. Так, что-то мы собрали здесь. Там аптечка была какая-то. Так, теперь нам нужно валить куда-то вот сюда. Давай перезарядочку сделаем. Вертолет! А дадут нам какую-нибудь базуку, а? Чтобы я этот вертолет как раз бахнул. О, снайперская. Ой, здесь калаши, смотрите-ка. Куда полетел? Куда полетел? Сюда лети. Так, перезарядочка. Блин, а я хочу другое что-нибудь взять. Давай-ка вот этот пулемет. Все, развален. Красиво. Это мы, прикиньте, на крыше. Ювелирный магазин на крыше? Очень странно. Ладно, не буду докапываться до логики. Какие-то рекламные баннеры вон висят. Что-то прогрузка присутствует. Я, знаете, чем-то на Макс Пейна похож. Раннего такого. На Сэма Лейка. Так, загрузочка идет. Реконнект. Заглючила игруха. Так, все, мы теперь валим. О, нормуль. Проверим как раз-таки управление. Насколько хорошая реакция у нее. Да идите в баню. Сейчас всех развалим. Видимо, какой-то крутой ювелирный магазин был, что аж вот такая вот вызвана бригада полиции. Отлично сработано, Доминики. Прикольно. И тут, оо, вот это поворот. Какие-то чуваки вон. Убейте его. Это знаете, в GTA San Andreas были балласы, а это...
в зеленом, не помню их как называли. Groove Street, короче, кто охраняли. Iguara Gang. Ну, я так полагаю, здесь будут еще битвы банд, по-любому. Fate is dead, money's been... короче, кто-то у нас умер. Так, а мы же можем спрятать, типа, так. Вау, сканер у нас есть какой, смотрите-ка. Ага, это куда, типа, надо пройти? Так, давай уберем. Че это? Heading to your auto repair shop now. Don't! The fucking iguana's blocking the gate! Это ж Мустанг! Ну, конечно, более модифицированный. Подождите, он мне предлагает, короче, одну из трех тачек взять, видимо, или нет. Или только Мустанг будет. Глава первая. Злой Кей. Дядя дома. Или папа дома. Блин, прикольно, прикольно вообще. Смотрите. Открытый мир, мать его. Сюжет, мать его. Кайф. Ну, мне такие игры больше нравятся, чем ролл-плей. В ролл-плее обычно, да, там есть такой небольшой сюжет, но он очень быстро заканчивается. А здесь вроде бы как не только на ролл-плейн гейм. Игруха рассчитана. Музлишка, кстати, играет, я слышу. И, возможно, оно какое-то официальное, поэтому я буду максимально заглушать его своим голосом. Я надеюсь, вы будете не против. И здесь стопудово будут еще какие-то радиостанции. Вот, доджик какой-то. Прикольно, все, доехали. Забавные анимации. Ну, пока все кривовато, но выглядит в целом недурно. Текстуры некоторые размытые, я вижу. Сейчас мы надерем задницу этому чуваку, да? Ну, он на полу тоже, видите... Не очень все детализировано, так скажем. Фига себе, а мы тоже можем бульдозеры как-то оседлать. Кей, мастер Виоленс. Ну, пока кривовато, опять же, все. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты че, офигели, что ли? А, это у нас Босяцкий. Дай-ка я спрячусь. Ты чё на наших тут нападаешь, а? Все, готовы все. Сейчас мы, видимо, подожжем этот гараж, чтобы никаких улик не оставалось. Смотрите, Nike у него. Блин, ну не дурно, не дурно. Мне что не нравится. Конечно, есть размытые моменты. Отсутствует лицевая анимация у персонажей, что, ну, реализма, так скажем, не добавляет. Но да, смотрите, конечно, эффект. Но это однозначно Доминик Торетто. Ассоциация именно с ним. А вот этого чувака я не знаю даже, как его назвать. Привязали его к автомобилю, и сейчас мы будем, скорее всего, кататься по городу вместе с ним. Да, видите, на полу просто граффити всрато выглядит. Но я думаю, что разработчики поправят. Это реально мы с этим челом будем ехать на... Он на капоте у нас. Так, а куда ехать-то? Просто гонять. Так. А вот этому чуваку надо его привести, да? Так, у нас что-то есть проценты какие-то. Ага, все. Он описал мою машину, видимо. Давай сделаем фото этого говнюка. Короче, этот Доминик Торетто, скорее всего, держит свой кастом-шоп, в котором мы будем тюнинговать автомобили. И вот пофоткали-ка, а теперь вали отсюда. А нет, смотрите, лицевая анимация есть, но она прям пока что всратая. Всратая. Окей. Слушайте, не дурно выглядит, это что за... Это что за... Это ты мне такую машину первую подаришь, что ли? Ну, озвучка есть. Это уже хорошо. Так, что опять? Какая-то сумочка.
Лэптоп. Шмотки здесь тоже у нас будут. Это хорошо. Косметика. Лишь бы она не сильно дорогая была. И главное, чтобы была еще косметика, которую мы можем просто вот взять и бесплатно, так скажем, надыбать где-то. Кола. Куда без нее? Что там наверх? Ну, это, наверное, наша штаб-квартира, скорее всего, будет. Че мы, пивасик бахнем? Да что ты будешь делать? Все. Теперь возвращаемся обратно. Не дурно, не дурно. Управление тоже, в принципе, не всратое. Нормальное. Так, сейчас я ему, видимо, принес ключик, которым он этот автомобиль починит. Использовать. О, ваша первая машина. Ну, конечно же, в самом начале должны какое-то всратое говно дать, но ладно. Гараж, саммон, опа. И чё? Чё? Поехали, да? Как тебе машина? Да дерьмовая, маленькая. Где мой мустанг? Верни его. Смотрите-ка, есть вон лужи, отражение. Интересно, будет ли смена дня и ночи? Пока что у нас очень светло. Прям своего рода такое Майами. А кстати, можем же на карту нажать? Насколько... Ё-моё, здесь смотрите, сколько районов. Ну, большая карта. Думаю, что пока другие районы будут закрыты, все-таки ранний доступ, или уже можно будет их открыть. Пишите обязательно в комментариях, хотите ли вы продолжение игры. Ну, точнее, роликов по игре. Так, и чё? И дальше пешком игуаны какие-то. Смотрите, шарики. Так, чё там, надо... А с шариками-то чё делать? Я могу зайти прям? Нет, я не могу зайти. На заднем дворе что-то у нас находится. Ага. Нифига себе, сейф на заднем дворе. А у меня нету этих штучек. Может быть, надо как раз-таки... А, все понятно. Там, короче, какие-то чертежи в этих шариках находятся. А, это у нас своего рода аркады, короче. Ну чё ты не взрываешься-то? What the fuck? Вы кто такие? Я вас не звал тут. А чё так мало здоровья-то отбавляет? Вы не балосы. Сори за мой французский. Но думаю, для первого взгляда это достаточно. Игруху я скачивал, если что, с тап-тапа. Оставлю, конечно же, ссылочку в описании. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Если данный ролик поднял вам настроение, то обязательно лупите ему большой палец вверх. А с вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока.